Этой истории я все время мечтал у тебя спросить. Ты все время говоришь, ты такие вопросы задаешь. То есть это не правда, что ты мог уйти в ЦСКА? Неправда. Это в раке было. Такого не было никогда. Угу. Шутку было, мы стояли. Это был матч, я тогда как раз не играл, 2004 год, Спартак ЦСКА, мы с ним, Динер и я, да. Читок, мы стояли просто с ним буквально в метре, он курил сигару, и в шутку так сказал, а давай к нам, я сказал, ну, прямо, при всем уважении, я это не сделаю никогда. И на эту тему была сразу же, закрыта. Слушай, ну, то есть, я